Уровень жизни. Величина прожиточного минимума на 2021 год для третьей группы территорий Красноярского края, в том числе для города Ачинска, на душу населения установлена в размере 12 702 рубля. Для трудоспособного населения 13 432 рубля. Для детей 13 309 рублей. По оценке 2021 года среднедушевые денежные доходы населения города Ачинска составят 26 245 рублей. Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, состоящим на учете в пенсионном фонде города Ачинска, составляет 15 766,5 рублей. Темп роста к 2020 году 105,9%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ачинска за 6 месяцев 2021 года составила 48 960,3 рубля. С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента северной надбавки составляет 20 468 рублей. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание, что заработную плату, которую я называю 48 960 рублей, это заработная плата работников крупных и средних организаций, а не в целом по городу, как в прошлый раз почему-то везде было озвучено. Крупные и средние – это у нас, собственно говоря, вся промплощадка АГК, это образование, здравоохранение, органы власти, силовики, поэтому все вот эти вот категории рабочих и служащих, они, в принципе, дают вот такую заработную плату. Это все, что касается предварительных итогов СЭР. Если, конечно, есть желание, могу вам и социальную сферу, но я думаю, что она будет для вас...